В поселке Хандыга Тампунского района прошла ежегодная ярмарка «Дары осени». Население закупило мясную и овощную продукцию, рассказывает Нина Ханарова. Ежегодно традиционная ярмарка «Золотая осень» прошла на сельскохозяйственном рынке поселка Хандыга-Илге. В ярмарке приняли участие 14 сельхозпроизводителей и индивидуальных предпринимателей разных направлений, начиная от овощей, фруктов, молочно-мясной продукции и заканчивая одеждой, авторскими картинами, фотографиями, сувенирами и вязаными вещами. Ярмарка «Золотая осень» проводится ежегодно, и каждым годом все больше участников, и это нас радует. Бойкая торговля шла у прилавка с капустой, картофелем, помидорами, перцем, кабачками и тыквами, морковью и свеклой. Не меньше интерес вызвали и свежеиспеченные кондитерские изделия. Но более всего народ толпился у прилавка с мясом, которого было недостаточно в связи с тем, что основной забор еще не начался. Привезла, значит, я 8 видов. Очень быстро забрали, все продала. Очень довольна. Участников ярмарки приветствовала художественная самодеятельность, а в конце производители продукции получили дипломы и сертификаты на разные суммы. Победителем стал СХПК «Аргыс» с вручением 10 тысяч рублей, СХПК «Уму» 7 тысяч рублей и СХПК «Байлет» 5 тысяч рублей и остались довольны выручкой и наградами. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Андрей Сокор, НВК СХ, Хандыга.